Все, танк улетел, Владюш. Владюша, может этот фонтан просто забился и поэтому не работает? Вон, смотрите, какие там. Куда ты лезешь, Владик? Ага, Владик решил в фонтан залезть. А если он резко включится? Видишь, у него фильтр, наверное, забитый. Может быть, его будут чистить. Но фонтан еще не включили. Да? Вот такие там дырочки, в которые собираются листики, мусор всякий. Да, Владю? Тебе интересно? Да, вот чистят. Тут еще не почистили, да? Сейчас дядя мастер почистит фонтан и его запустят. Смотри, как круто оно распыляется, сейчас видно. Такие приятные капельки воды. Вообще, летом такие рамки просто чудесные. Так, рамка с водой. Владюша под ней пробежит без кепки. А ну-ка. Ты кепкой защищаешь голову от воды? Добежал, давай еще раз. Так ты без кепки под водой пробеги. Вот тут вода такая распыляется. Такую рамку у нас поставили, да, и Владик купается под ней. Владюш, покажи. И голуби вон прилетают, купаются. Нет, так ты под рамкой пробеги. А назад. А еще. Ой, даже можно иногда радоваться, да? Класс. А еще. Видно радугу? Нет, пока не видно. Ты решил воды в кепку набрать? Так ты сними кепку. Видно, как вода распыляется.